Привет, привет! Привет! Мы на гостях у Лисы Егора. Мы сегодня будем делать кексики. У меня будет девочка кексик. И мы будем сегодня делать кексики ко дню Святого Валентина. И кто вам будет помогать делать кексики? Мишка и Пеппа. Мишка и свинка Пеппа? Да, как моя футболка свинка Пеппа. Как у Алисы футболка свинка Пеппа? Да. Ну, это кексики, наверное, Егор будет делать, а Алиса будет помогать Егору, да? Да. Сначала мы берем вот этот трафарет, ножик и что-то такое, типа глазури. Вот это как тут? Ну, кексики-то тоже нужно взять сначала, да? Да. Сначала берем вот этот трафарет. Алиса, куда ты? Алиса, Алиса, Егор сейчас сделает себя, а потом тебе, и ты будешь, он тебе вырежет. Мамочка, это мой будет сильничком же. Конечно, он тебе потом отдаст. Он же его, он ничего не сделает с этим сердечком. Он сейчас вырежет по трафарету там сердечко. Это же моё же будет. Да, он у тебя будет вырезать, а это будет твое сердечко, конечно. Ты его потом заберешь, да? Да. Да, расскажи что-нибудь нам про свинку Пеппу или про Мишку. То, что Мишка... Пока Егор сердечко там вырезает на кексике, Егор будет кексик украшать, да? Ой. Что там случилось? У меня не получилось сердечко. Не получилось? Нет? Ну, сейчас получится. Ой, упала. Упала? Да. Все правильно. Так. Теперь нужно чуть-чуть его в тот полка выделить. Егор вырезает сердечко на кексике, чтобы потом это сердечко украсить, да? Угу. Теперь это нужно чуть-чуть полка выделить вот так вот. Что-то это сердечко, этот кексик подарит маме, да? Это ёмоно! Ну, получилось красивое сердечко? Ага. Что ты потом берёшь? Ножик я! Нет, теперь беру вот это. Что ты взял это вот это? Ножик. А это какая-то штучка. Ножик. Какая штучка? Не знаю, что-то я заливаю. Сладкая хотя бы? Угу. Так. Смотри, вон Алиса уже начала резать. Без ляни? Конечно. Алиса, подожди Егора. Егор тебе сделает. Или Алиса сама сердечко вырезает? Сама. Ну, вырезаешь. Посмотрим сейчас, как ты вырежешь сердечко. Я вот так умею вырезать. Вот так умеешь вырезать? Да. Ну, давай, сейчас посмотрим. Так, что там у тебя еще осталось делать? Теперь беру вот эти. Это что такое? Это такое... Все, готово! Это такие жемчужное золото. Жемчужное золото? Так, сладкое, наверное, золото, да? Ой, смотри. И вот так по краям. Но вот это же обкатываем по краям, да? Да, Алиса здорово вырезала сердечко. Обкромсала весь кекс. Ну ладно, один кекс у нас будет. Маме его подарите. Да? Папа останется без кекса. А, нет, или это им будет напополам. Да. Видят же день влюбленных. Мы с мамой напополам. Да, папа, поцелуем его, его съедите. Ой, Алиса, прикол сделала какой, да? Весь кекс раскромсала. Да. Ой, что это такое за монстр? Ничего ты сердечко вырезала. Классно. Это, наверное, свинка Пеппа будет только кушать такой кекс. Да? Да? Ну вот, давай свинке Пеппе, пускай она кушает этот кексик. А мы будем с мамой кушать кексик, который Егор сделал. Да? О, Алиса. Алиса маленький поваренок, маленький кулинар, да? Ну-ка, покажи, что у тебя получилось там. Вот что, Алиса, получился какой кекс. К дню Святого Валентина. Ну, что, ладно? Будем один кекс. Главное, Алиса старалась у нас, да? Да. Я шкурки уберу. Шкурки уберешь ты? Да. У меня еще такая сердечко получилось. Сердечко получилось. Ну-ка, покажи, какое тебе сердечко получилось. Алиса вырезала весь кекс в форме сердечка. Молодец, Алиса. Оп. Оп, умничка.
Не получается вытаскивать сердечко. Не получается вытаскивать сердечко? Ну так да. Так потому, что ты не дождалась, пока Егор тебе поможет. И сделала сама. И обкромсала весь кексик. Да? Я не могу здесь убрать сердечко. Не можешь убрать сердечко? Нет. Да потому, что ты по краям все вырезала. И сердечко у тебя не получилось, наверное. Да? Вот смотри, у Егора какое сердечко получилось красивое. Ну-ка, Егор, покажи. Показывай, Егор, какое сердечко получилось. Так, это отложим. Да, лишнее убирай. Алисе, наверное, у Алисы, наверное, не получилось, потому что свинка Пеппа помогала, да? А свинка Пеппа не умеет делать сердечки, да? Угу. Нет, да. Нет. Ты расстроилась? Нет. Печалька появилась, да, у Алисы? Вот. Вот, у Егора получилось. Посмотри, какая сердечко. Ну, давай посмотрим, какая у Алисы сердечко получилось, да? Вот. Ну, замечательное у Алисы сердечко тоже получилось, да? Ну давай, украшай. Мы подождем, пока Алиса украсит. Давай, сейчас. Давай, у Алисы тоже будет красивое так, сердечко. Может, из этого что-то можно еще сделать? Ну, украсьте как-нибудь. Вот так-то обобрежу. Егор, ты без трафарета маленькое там сердечко вырежи. Нет, посередине. Мне тут без трафарета не получится. На личной фабрике тут. Нет. Как? Так вот, в большом кексике вырежи чуть-чуть маленькое сердечко и все. Чтобы Алиса тоже чуть-чуть украсила. Маленькое-маленькое. И Алиса сама украсит, да? Да, вот так. Вот этим. Да. Чтобы у Алисы тоже получилось. Да, красивое сердечко. Да, красивое сердечко, чтобы у Алисы получилось. Ой. Алиса же старалась тоже, да? Ой. Это свинка Пеппа заикала. Свинка Пеппа заикала? Да. Она, наверное, испугалась, свинка Пеппа. Вот, видишь, тебе Егор вырезал сердечко. И давай украшать сейчас его будешь, да? Вот такая сердечко. Все, отдай, Егор, дай, пускай Алиса сама украшает. Уже как сделает, так сделает. Она же тоже хочет. Так. Не, куда ты? Заплела. Ну дай, пускай она делает. Солей в эту дырочку. Это вкусно. Это, наверное, желе какое-то фруктовое. Малиновое или вишневое, да? Все, убирай, Егор, это сердечко, все. Чтобы оно не мешало. Все. Все вылили, да? Нет, еще не все. Тут не еще. Все? Там, я вижу еще Скитлз, что такое. Еще Скитлз ты видишь? Да, такое. Скитлз это жвачка. Да ты что? Да, там что-то типа наподобие жвачки. Да, сладкая Скитлз. Ну все, выдавили. Давай, а теперь Алисе эти жемчужинки сладенькие, и пускай она украшает. Насыпи, Егор, чуть-чуть на тарелочку, чтобы она, а то ей неудобно будет доставать. На тарелочку, на большую, вот сюда насыпи. А, ну или в чашечку. Все, хватит. Все, Алиса, давай, украшай. Украшай, посмотрим, что как. Ой, молодец, Алиса. Украшай. Молодчина. Да? Егор уже у Алисы это... Украл. Чуть-чуть. Рассыпалось. А я такие уже. Все порассыпались, да? Ну все, ты украсила. Да. Готов твой кексик? Да. Праздничный. Вот. Да? И сейчас я стучу по напитку. А я хотела Скитлз. Ну ты хотела Скитлз? Да. Ну все. Давайте показывайте, у кого что получилось. Сейчас доделаю тут Алисе. Ой, какой у Алисы замечательный тоже кексик получился, да? Так, кексик. Это у нас будет мама кушать кексик, который Алиса сделала, а который Егор сделал, будет кушать папа, да? Да. Показывайте еще раз свои кексики. Какие замечательные кексики получились, да, к Дню Святого Валентина. Да. Завтра День Святого Валентина, все будут праздновать, и мы да. всех поздравляем с Днем Влюбленных, да? Да. Всем желаем счастья, любви, чтобы все любили друг друга, да? Да. И не ссорились. И не ссорились, да? А мы да. всем говорим пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, в гостях у Лисы Егора. А Алиса вам шлет воздушный поцелуй. Егор вместо Алисы воздушный поцелуй. Потому чего что Алиса у нас что-то завыображала. Всем пока-пока. А можно это тоже кексик? Все, такой вкусный.